вечер еще раз, дорогие друзья. Виделись, можно так сказать. Ну, в общем, вы можете спросить, что я делаю здесь, на центральных улицах нашего славного города Москвы. А, вы знаете, есть такое выражение: моя фамилия слишком известна для того, чтобы ее называть. Итак, мы взяли одну фотографию одного небезызвестного вам человека и решили пройти по улицам и поспрашивать у прохожих, знают они его, не знают, что о нем думают. Ну и, в общем, попросили их сказать несколько слов относительно этого человека. Хотите узнать, что получилось? Ну тогда пойдем. Вы знаете этого человека? Конечно. Да. О, господи. Да? Да. Да, вроде бы. Что-то знакомое. Здрасте. Скажите, а вы знаете этого человека? Нет, не знаю. Да ладно. Врут, как хотят вообще. Знакомое лицо хотя бы? О, это же... Пулеметчик, блин. Я тоже люблю мотоциклы, это прекрасно. Да. Знаем. Да. Знаете, такой достаточно добродушный. Очень симпатичный. Как человек тоже, по-моему, очень даже приличный. Он добренький, пупленький такой. И мужчины на мотоциклах тоже очень классные. Он, наверное, богатый. Человек. Мужчина. Вот. Ну, человек как человек. Поздравляю, что могу сказать. Ага. Но личность неоднозначная, неординарная. Ну, мне кажется, он сам знает, что он хочет. Ага. Фотография обманчива. Добрый. Что-нибудь пожелайте ему. Всего самого хорошего. Побольше детей, семейного счастья, тепла, вкусного хот-дога, я не знаю. Крепкого-крепкого здоровья. Да я не знаю, только он знает. Надо пожелать то, что он сам хочет, чтобы у него сбылось. Ну, как бывает, пришел на день рождения с подарком, а человеку не надо. Пусть будет здоров, я вам сказала. Удачи, счастья. Улова, трофея. Здоровья. Пусть все время таким молодым остается, настоящим мужчиной. Точно для мужчины главное, чтобы он всегда оставался настоящим мужчиной. Вот пусть он им остается. Настоящий мужчина должен быть настоящим мужчиной и оставаться настоящим мужчиной. Ну, здоровья, счастья, успехов. Депутатский мандат для неприкосновенности. Долголетие и здоровья. Здоровье ему и его семье. Ой, мотоцикл классный. Очки. Такие красивые, черные. Которые сейчас все носят, такие классные. Майонез пусть не ест. Слишком мало информации. У него все в норме, ничего добавлять не надо. Немножко похудеть. Придется немножко похудеть, и майонез нельзя есть. Идеальный аромат. То есть подчеркнуть его сексуальность. Яхту. И детям яхту. И жене яхту. Я не знаю, что еще сказать. Яхту. Яхту. Достаточно. Обойдемся яхтой. Может,